Город засыпает. Главный мафиози. Маэстро. Главный мирный житель, понимаете? Я один вас вычислю, один. Ты должна врать, а про полку сидеть и врать вообще. Тут на самом деле, в игре надо на самом деле не врать, а надо просто свою версию рассказывать, кто у вас мафия, кто мирные жители. Причем, да пока все какие-то невнятные. Вы можете куда-то не отдать. Вот первые два, что-то как подозрения вызвали сразу. Зоя автоматом вызывает подозрения. 11. У вас было ночью, вы теперь не голосуете. Кто мог тебя убить? Не, Зою. Самая подозрительная Зоя. Побыстрее, что. А кто тебя мог убить? Мафия убила. Мафия назвала. Я спрашиваю, кто из игроков мог тебя убить? Эля. У вас последняя минута. Ну, так как я был комиссаром, я открываю глаза. Хороший. А вы на меня бочку катили. Вот это мафия точно сидячая. Ну и пятерка это мафия, единица мафия моя вера. Давайте убийство. Одно убийство. Значит, маньяка убил. Маньяк был, значит, это. Десятый был. Опасный факт, кто-то играет в игру, забывает о правилах. И поздно понимает, что фортуна его оставила. Кто-то на правилах игры отстраивает под себя. Чтобы победителем быть всегда в игре. Я играю с тобой, к мирным подмазываешься. Да, запомнили, да? Да, Лена, лиса вообще конкретная. Прекрасно. Кто вас мог убить? Прекрасно. Да, блядь, все могли убить. Против тебя, Лен, не говорил? Не говорил, да. Но хотел сказать. Ну, конечно, да. Я противный всегда. Меня убили. Вы зря меня убили. Завещание будет? Типа завещание? Да. Вы глупые люди. Да вы в этот раз вы меня зря убили. Я была полезный человек, я вскрываюсь комиссаром. Тебя не повешали. Если ты комиссар, кто мафия? Я вскрываюсь комиссаром. Я не знаю, кто мафия. Первый круг, я никого не проверила. Комиссар не смог проверить никого? А потому что не будили комиссара. Комиссар не проверял. Комиссар проверял мафию? Ну вот такая вот история. Что за хрень? Давай его трил, блядь. Молодец. Очень жалко мирных жителей. Убили у нас игрока номер 2. Последнее слово. Никого не подозреваю, спасибо большое. Давай, до свидания. Давайте проводим.